Всех приветствую, мои дорогие. Проходила сегодня мимо магазина Curry Kids, решила просто зайти посмотреть и удачно попала на распродажу варежек. Купила целых 4 пары. Две пары одинаковые, но одна пара у нас идет на возраст 3-6 лет, а вторая такая же пара идет уже на возраст 5-10 лет. По скидке они стоили по 49 рублей каждая пара. До скидки, по-моему, они стоили 129 рублей. Вот эти варежки должны быть непромокаемыми. Я взяла их дочке на следующий год и еще потом, еще через год. И взяла еще также на следующий год вот такие красивые варежки. Они тоже идут на 3-5 лет. Вот так вот выглядит. По-моему, очень-очень симпатичный узор. Плюс еще есть вот эта веревочка, которая позволяет не потерять ребенку варежки. И на сейчас взяла вот такие вот милые варежки, тоже с милым таким узором. Тоже для младшей доченьки. Здесь, видите, идут они с 0 до 3 лет. Как раз вот она сейчас будет уже на улице их носить. И здесь тоже веревочка, так что варежки не потеряются. Затем я увидела тоже со скидкой вот такую вот куколку. Я ее уже достала из коробки. Вот такая коробка. Стоила она со скидкой 259 рублей. Без скидки, если я не ошибаюсь, 500 рублей или около того. Ну, в коробке ничего интересного нету. Покажу вам саму куклу. Чем она меня заинтересовала? Мне кажется, это подделка под куклы Нови Стар. У нас есть куклы Нови Стар. Сейчас я вам покажу. Вот подставка от куклы, от оригинальной Нови Стар, вот такая. И вот сама куколка Нови Стар, они тоже разные бывают. Вот такая куколка инопланетянка, но, как видите, у нее тело не шарнирное. Вот так вот она выглядит. Вот такие глазки красивые, реснички. И как вы видите, вот у этой куколки, у нее тоже похожие реснички, глазки. Посмотрите, какие красивые у нее тоже глаза, такого цвета приятного. Вот так вот сделаны. И плюсом идет то, что у нее тело уже шарнирное. Вот такое тело, платьице здесь. Трусики нарисованные. Вот такие туфельки. Тоже идет подставка, как вы видите, если сравнить подставки, то весьма и весьма они похожи. И к этой куколке еще идет вот такой питомец в виде кошечки. Вот такая еще милая кошечка. Вот так вот выглядит. Ну, за такую цену я подумала, пусть стоит, потом, может, младший будет играть, не будет, так тоже ничего страшного. Мне эта куколка показалась весьма оригинальной. Вот так вот выглядит. Тоже длинные волосы, но я так понимаю, что волосы здесь плохие. То есть, вот если вот так прядь отодвинуть, то можно сказать, что куколка лысая. Но сама вот идея... Иногда вот подделки бывают даже весьма интересные. Вот так вот выглядит. Мне почему-то больше всего ее глаза и ресницы понравились. Я знаю, что подобные куклы на любителя. Мне вообще в целом куклы нравятся. Поэтому взяла ее. И последнее, что я... купила, это взяла на пробу вот такое шоколадное яйцо Барбоскины. Стоило оно 79 рублей. Вот так вот выглядит. Мы такие не брали, и мне интересно, какие там игрушки. У меня сейчас и малышка, и с ней за компанию старшие дети периодически смотрят мультик Барбоскины. И вся эта покупка, так как у меня были накоплены на карте карри баллы, то мне, во-первых, и кукла вышла дешевле. У меня было, по-моему, 78 баллов накоплено, и их как бы списали. И плюс еще на кассе мне сказали, что каждая вторая пара варежек идет
еще в два раза дешевле. То есть мне две пары варежек обошлись по 49 рублей, и две пары варежек обошлись по 25 рублей. По-моему, просто чуть ли не даром очень хорошая цена. Так что я осталась довольна, очень удачно я зашла. Вот за вычетом баллов и скидок, вот за куклу, шоколадное яйцо и 4 пары варежек я заплатила 395 рублей. Так, вот, сейчас я вам покажу. Вот, 395 рублей. Так что осталась я очень довольна. Вот так все выглядит, покажу еще раз. И такие у меня были небольшие покупочки. Всем огромнейшее спасибо за внимание, за ваши лайки, за комментарии и до новых встреч!